Всем привет! Сегодня оценим качество работы нашей самодельной кукурузолущилки и выявим недостатки, чтобы устранить до покраски. Итак, мы имеем 3 мешка кукурузы в початках. Посмотрим, за сколько времени мы ее получим. Процесс безостановочный. Пока лущится кукуруза, мы будем насыпать в ведро из мешка следующую порцию и заполнять бункет. Когда кукуруза перестанет сыпаться, открываем боковую дверцу и освобождаем лущилку от початков. Из бункера подаем следующую партию и так далее. Пока приспосабливались, на некоторых початках оставалось немного кукурузы. Потом все наладилось. По подсказке в правом верхнем углу можно посмотреть видео, где более подробно показана конструкция этой самоделки. Початки чистые, мы видим единичные случаи остатка кукурузы, но, как я уже говорил, в дальнейшем все наладилось. Вот мы видим абсолютно чистые початки. На весь процесс затратили чуть больше 20 минут. Вот столько получилось налущенной кукурузы на выходе. Обнаружены незначительные недоработки. Первое. Нужно в бункере вырезать пластину. Под нее набивается кукуруза и не дает шиберу полностью закрываться. Вторая недоработка. Не все высыпается в ведро из-под рабочего диска. Нужно либо увеличить наклон, либо к нижней стороне диска приварить какие-то гребенки, чтобы выталкивали кукурузу в желоб. И третья незначительная недоработка, это нужно сделать крепление для мешка под початки, чтобы початки не разлетались по двору. В остальном все нас устраивает. Для небольшого хозяйства отличная вещь. Не забываем подписываться и до новых встреч!